Ребят, всем привет! Рад вас видеть на моем канале. Вот, как говорится, пробил мой час на поприще блогерства. Не знаю, честно говоря, что из этого получится. Надеюсь, что-то да получится. Как говорится, я не волшебник, я только учусь. 6 декабря мне посчастливилось побывать в ресторане «Люстра», где выступал Константин Никольский. Что могу сказать? Конечно же, понравилось, учитывая то, что его первый раз видел на концерте. Была акустика, но это нисколько меня не смутило. Хотя я немножко, конечно, ожидал большего. Ударные клавиши, соло, бас. Некоторые песни он пел со своей дочерью, с Юлией Никольской. Вот. Вы уж извините там за, может быть, какие-то ляпы, за мой французский, потому что я туда уже пришел, как говорится, нарядный. Ну и там, соответственно. Вот. Тем более монтажирую сам, первый раз. Так что я думаю, мне это простительно. Вот. А сейчас я выложу первую часть, предоставлю вашему вниманию. Ну и через, там, я не знаю, пару-тройку дней вторую. Вот. Что касается дальнейших планов. Естественно, минимум раз в неделю буду выкладывать видео на своем канале. Что там будет? В первую очередь, наверное, обязательно будут какие-то походы на какие-то мероприятия. Ну, я имею в виду концерты. Клубы, либо там большие концертные площадки, там, я не знаю, Олимпийский, Крокус-Сити, вот. Будут вылазки на природу, хотя сейчас и зима на улице. Ну, поживем, как говорится, увидим. Вот. Что касается стримов, они будут, конечно, обязательно. К сожалению, у меня сейчас монетизация пока еще не включена, потому что я по своей глупости, по своему дилетантству, если вы уже успели заметить, у меня выложены там одни клипы, причем все зарубежные, да, ну, в стиле евроденс. Ну, а я же подзабыл, что есть такое понятие, как авторские права. Вот, меня уже один раз забанили. Вот, поэтому монетизацию сейчас пока включить не могу. Надо выкладывать свои видео. Может быть, я даже зайду в свой второй канал, на который буду заливать уже свои видео, чтобы там уже можно было включить донат. Ну, а пока, я не знаю, в описании есть реквизиты карты. Вот, так что, кто хочет помочь на развитие канала, буду только рад, буду очень признателен. Вот, это видео я снимал на свой старенький Asus Zenfone 2, так что за качество тоже сразу извиняйте. Вот, к Новому году какую-нибудь простенькую камерку я себе обязательно приобрету, потому что Новый год я собираюсь снимать. Вот, что еще? Что касается, наверное, название моего канала «Дизайн», да, спросите вы, что это такое и с чем это едят. Ну, это все пошло еще с тех времен, когда я диджействовал. Хотел себе придумать какой-нибудь оригинальный псевдоним. Ну, «Дизайн», ну, во-первых, потому что зовут меня Дмитрий, вот. Ну, получается, это Дмитрий, дефис, сайн, сами понимаете, по-английски значит «знак» или что-то вроде того. Ну, и плюс к тому получилось очень даже креативно, да, то есть слово «дизайн» без буквы «е», то есть через дефис, потому что «д» она произносится как «ди». Вот, как-то так. Что еще? Ну, не знаю. Пытаться снимать хороший контент. Вот. Буду, как говорится, двигаться вперед. Ну, а пока
Вашему вниманию предлагается мое первое видео. Всем удачи и приятного просмотра. Пока. Ребята, еще раз всем привет. В общем, мы находимся в клубе «Люстра». Никольский будет выступать порядка минут через 20. Мы заказали себе, я заказал себе пиво, Алена заказала себе коктейль «Американо» какой-то. В общем, минут через, наверное, не знаю, 5-10 принесут. Вот, начало концерта, собственно, часов в 9. Вот, надеюсь, все вовремя начнется. Поэтому все, сидим, расслабляемся, ожидаем концерта. Ну, собственно, как-то так. Ну вот, ребят, как все так это находится. Это мы сейчас на втором этаже. Так, все это красиво, уборно. Замечательный, классный клуб. Это мы сейчас на втором этаже. Спускаемся на первый этаж. Здесь у нас внизу вот такая, как видите, вот тусовка. Народу полным-полно, ажиотаж. Да, хором-то тесные. Уж, конечно, не царские палаты. Видимо, все пришли на Константина Никольского. Вот именно вот там вот непосредственно будет выступать Константин Никольский. Замечательный клуб. Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? Так что ждем непосредственно 9 часов вечера, чтобы видеть Никольского и послушать все его замечательные песни. Ждем. Ребят, принесли пивас. Бля, стоит 360 рублей. Губит людей не пиво, губит людей вода. Ален. Короче, если что, то следующий. А вот и наша Аленка. Аленушка, Аленушка, что тебе, братец милый? Можно я из лужи напьюсь? Скажи ребятушкам привет. Очень давно она девочки, всем привет. Ну, честно говоря, не хочется распинаться, потому что я в таком искушении своей истории, можно сказать, да. Никольский – это часть формирования моего мировоззрения. Настолько глубокая философия, настолько его песни помогали иногда получить ответ на вопрос, понять, что ну все такие, да, мы все немного прячемся за дверью, да, мы все хотим помочь, но иногда не можем помочь. И он помогает поверить в то, что да, ну не всегда все могут быть теми, кем хочется. Ничего не понимаю! Хочется очень столкнуться глаза в глаза с человеком, который помог тебе философствовать тот период развития, который надо было развиваться, понять. Все, не хватит, я буду пить. Ну, за понимание. Алена, ты понимаешь, что ты сегодня встретишься со своим кумиром? Да. Я понимаю. Мандраж есть?
мандраж есть огромный, потому что хочется соприкоснуться с его душой не через запись, как это было в юности, да, а именно столкнуться вот с этой энергетикой. Потому что, несмотря на то, что человеку сколько-то там лет, да, говорят, что харизма, она, ну, это данность. Пока человек жив, пока в нем есть идеи, человек всегда будет трогать и затрагивать его чувства других людей. Как очень хочется сегодня прикоснуться с ним, вот к этим чувствам. Не знаю. Сейчас трудно говорить грамотно. Ты волнуешься? Да. Девушка, а можно вопрос? Да. Вы знаете, что сегодня выступает Никосин Никольский? Конечно. Ради него и пришли. Ну, вы ведь такие молодые, как бы в вашей молодости ведь не было таких песен. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. А какая ваша любимая песня его? Про птиц. Которая одна в осенней тишине? Нет, не это. Нет, ну ночная птица? Нет. Есть еще одна. Сейчас я вспомню эти слова конкретно. Ну что, это интервью? Да. Вы снимаете? Это для блога. Девочки, быстрее помогите мне, вы слушали песню? Да, сейчас я найду. Давайте пока на стол поставим. Нет. Так будет неинтересно. Ну, понятное дело, что мой друг художник и поэт. Это не та песня. Нет, а про птицу только у Никольского только одна ведь песня. Что там про острова было. Про острова? Потом у тебя добавлено? Может быть, я не знаю. Я не настолько большой фанат Никольского, но самая основная песня я его знаю. Весенная трава. Святые слова. У тебя поразительная память. Сейчас не об этом. А там птица фигурирует там разве? Там были птицы, да. Там что-то было. Но он замечательный поэт. Согласитесь? Согласна. Ну честно, вы сюда пришли только из-за него? Я их сюда привела. Нас привели. Только из-за него. Это с ума сойти. А вы знаете, девочки, это радует то, что молодое поколение. Ой, я молодое поколение. Я вас умоляю. Мне кажется, нет. Вы здесь самые молодые. Потому что здесь такое мнение. Потому что я на самом деле не думал, что молодежь может такое слушать. Они тоже не думали. Такие тексты, такие действительно глубокие тексты, как он пишет. Как он... Не для каждого, видите? Но мои коллеги... Не каждый может это понять. Но вам, на самом деле, большое спасибо, что вы сюда пришли. Мне приятно, что мы будем вместе с вами. Спасибо большое. Молчание делится за мной, и вдохновение.
сердце утратит добрые черты. Моя любовь умрет во мне в конце концов. И капли грустного дождя струиться будут по стеклу. Моя любовь не слышно плачет у врага. И на отдых у прошедших дней застелят пыль грядущих лет. И также потеряют свет воспоминания о небе. Сумрак тает на стекле, и просто спасти надежды нет. Но как же мне раскрасить вновь те радости, мою любовь? А может быть разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный рисунок свет живет художник. Спасибо большое, пожалуйста. Совсем старая песня, написана примерно в 1976 году. Русская такая подготовка. Давайте встретим молодежь. Юрий Никольский, добрый вечер. Мне этот год помогает пожить в нелегком деле. Дело остается быть нелегким. Вот даже все труднее становится работать. Вот, но когда есть такой количество, как-то нас веселее. Вот, больше 40 лет и на сцене профессиональный. Не профессиональный никакой. Начинали лет в 11-12. Ну, не важно. Ну вот. Так что, Вик, спасибо тебе большое, что помогаешь папе. Молодец, хороший. У нас в моей программе сегодняшнего вечера значит, песни, соответственно, которые сочинил ваш покорный слуга за долгие годы своей музыкальной карьеры. Вот, это тонкий намек на то, что вот старые песни обязательно, вот то, зачем большинство случаев слушатели пришли, наверное, сегодня, да, про музыканта, про ночную птицу, про все так. Вот, да-да-да, вот. Но наряду с этим концерт полноценный, что называется, полтора часа с небольшим. Вот, наряду с этим будут и неизвестные песни для вас, для большинства присутствующих в зале, вот, или малоизвестные, неважно. В общем, автор тоже какой-то знак качества присутствует, так что... Не сомневайтесь. Вот, будем торпиться честно для вас. У нас ни света, ничего нет, ни реверберации, ни голых каких-то этих персонажей, ни сцены. Ни шоу, ни желаю, но это не наше. Это место. Вот. Понятно, да? Еще раз спасибо, что вы здесь. Вперед. Опять добрые отложенные дела. И тех погас, чтоб разгореться снова. Тишина в свои объятия нас взяла, как будто ждет простого искреннего слова. И если это слово прозвучит, его быть сможет только мы с тобой услышим. И на ступени в этой жизни станет выше, и никогда навсегда не разлучит. Я не могу опять мечтам сдаваться в плен. Вещи как белые, друг на друга так похожи. Прости мне грех, но встану я с колен. Я не могу всю жизнь любить одно и то же. Мне проще дело, чем обманывать себя. Нельзя лишь выбрать судьбы крутых изгибов. Все укрыться от дождя, который идет, что в смысле ты был и прошиба. И если я считал себя умней других людей, так хотел сказать, что был прав, а то наказан. Своей судьбе живой и сурово, и добрый меня. И чтобы выбрать ночь на заново прочесть, и вспомнить жизнь свою не как того захочешь. Все, что было, все, что будет и что есть. Понять не можно, лишь читая между строчек. Настанет утро, загорится новый день. Признаться в том, что ты был слаб, не так уж страшен. Забрать шанс подняться выше на ступень. Чтоб не похож был новый день на день вчерашний. И прежде чем пуститься в новый путь, припомни все, зачем живешь на белом свете.
Песня, которая прозвучала, написана, например, в году 1982. Какой-то 82-й год был такой достаточно глотворный. Вот. Кроме этого были написаны еще песни, которые потом попали на альбом. Я говорю, что это здоровье, мы сейчас подойдем. Вот, а сейчас песня написана, например, такой, называется она «Облако». Куда влечет меня слепое счастье? Среди друзей, знакомых и подруг. Я готов на то, что ветер влет на части. Не дадим, я ждем горится вдруг. И выбирать, какая доля слаще, мне не суд, ни сердцем, ни умом. Смеять душа над участью своей пропащей. Я только жду, когда же грянет гром. Пусть стороной летят сухие ветры, я принципно как не опачен на долгу. Мне только нужно, чтоб запали все предметы. Жить в небесах я больше не могу. Мне надоело ожидание свой. Пусть верит гром в натянутую тишь. Судьбина дня нас голубинного сноя. Я буду бить железом руки крыш. И не за нитью ткань дождя сплетать. В разговор гроз рожденная вода. На поле землю оса вырастает. И не оставит в небе ни следа. Я не знаю,
всем почти. Мне главное, что передо мной никто не знает. Боже, искренне пусть все пыльные на лица до скончания легко будут запомнить нашу лицу последних берегов. Каждый день подарок неба, каждый миг и красоты. Стань таким, каким ты не был, и останься тем, кем был. Вечный путь, не знаю срока, сам себя благослови. Если жив, тебе не будет дорога. Песня, которая сейчас прозвучала, называется «От любви к любви». Она с альбома «Я приду по бездорожью». Мы сейчас подойдем через одно произведение, которое исполнено. По дороге. Просто написано в «Попутном слове». Называется «В дни печальной юности». И не на свои стихи, а на стихи французского поэта Андрея Дорнье. Это стихотворение сборника «Те деревья». Перевод «Великий ребенок» из французского. Стихотворение называется «Голос». Соответственно, также «Голос». А я пойду в комнату немножко наверх. Я просто сейчас через две минуты спущу. Давай. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сменил моей печали. Уйди, сегодня мне не надо никого. И ни шагов, которым знаком, прозвучат. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Сегодня как-то все грустнее и безысходнее. Душа, которая у нее и темна. Моя печалька.
кто плачет или хохочет, она приходит тихо в свой урочный час. Тогда встает в душе давно ржал и сомнений, и что-то плачет, она издалека твердит унылым голосом, что жизнь им свет весенний дает плоды, в которых берет и достает.